Итак, ребята, что я могу сказать насчет света? Да, это большой плюс, что теперь у меня есть кольцевая лампа. Но при выборе я бы взял бы все-таки большую. У меня не было возможности полазить по магазинам и пощупать, потрогать. Это из раздела вообще, ну, самых бюджетных. Не самое дно, конечно, но чуть выше дна. Со штативом. Штатив делается почти на 2 метра, плюс лампа. То есть, даже если вы где-то окажетесь в каких-то ситуациях, что вы будете стоять на подъеме, и вам нужен штативик, то вот эта штука отыграет свою роль нормально. Плюс лампа, она идет от провода USB, то есть вы всегда ее можете с собой взять в темное время суток, отлично отснять. Но я бы брал лампу радиусом побольше, и скорее всего, в ближайшее время я переобуюсь. Но пока вроде как этого будет мне хватать для съемки какого-то дополнительного видоса дома. Этого достаточно. Устанавливается телефон сюда. Здесь можно дополнительно купить переходник, чтобы поставить камеру. Либо без лампы уже установить камеру. Либо дополнительный купить зажим, чтобы поставить камеру. Здесь есть регулировка под углом. То есть мы можем, допустим, вот она сейчас так стоит, шикс ее наклонить. В общем, лампа пока норм, такая сойдет. А теперь давайте поговорим про микрофон. Итак, ребята, микрофон Боя BYM1. Как я его выбирал? Думал сначала о радиостанциях, а потом понял, что что-то пока это многовато. Взять просто обычный петличный микрофон на проводе на длиннющем и, в принципе, как у всех. Фирмы, которые вообще никому не известны, там, например, если по Wildberries либо по Озону погулять, таких очень много, я сразу же не рассматривал, почитал, залез в статьи, понял, что Боя это действительно хороший, адекватный микрофон за свои деньги. Плюс Wildberries там дает какие-то некие скидочки, поэтому все, остановился на Боя. Дальше нужно было разобраться, брать радиостанцию либо шнурок. Взял шнурок, все, потому что радиостанцию возьму чуть попозже, но забегая наперед, скажу, что радиостанция абсолютно лучше, гораздо, и если вы так же, как и я, думаете, какое лучше взять, то берите сразу радиостанцию, вы точно не пожалеете. Я сегодня лазил со шнурком, снимал выпуск, и с ним все равно дискомфорт, а то дело у тебя просто блок за спиной и небольшой шнурочек сюда протяну, да, и радиоприемник, который принимает на гаджет, на твой либо телефон, либо камера. Это гораздо удобнее. Хотя 6-метровый провод тоже позволяет отойти от телефона куда-нибудь там далеко. Что здесь важно? Я немножко, когда начал записываться, я уже чуть поднакосячил, потому что, когда вы цепляете микрофон, нужно провод вот этот убирать за куртку, либо вот за футболку. Я опять не убрал. А когда я сегодня ходил и снимал видос, этот шнурок постоянно бился об мою жилетку, и вот этот звук цоканье. Очень хорошо микрофон его считал, и с ним теперь не расстаться. Всем-всем салют, ребятки. У меня есть отлично. Что касается именно этого микрофона, и как выбрать. Смотрите, вы его покупаете, он к вам приходит вот с такой вот пимкой, как она там, трибин, что ли, называется. Вот так вот. Естественно, если у вас Android, ничего сложного, просто вставили и пошли. Но айфоны — это всегда куча-куча геморроя, как скачать оттуда всякие видосы, как загрузить туда музыку и так далее. Ну, в общем, вы знаете. У меня 11 iPhone, и я тут же словил геморрой. Нужно под него купить переходник. Я сгонял, купил переходник, и у меня ни хрена не заработало. Куча форумов я пролазил, куча статей я почитал, посмотрел видосы на ютубе, кто что советует, типа докупить еще переходники, заказать на Алишке такой-то, купить у Бои оригинальный. Но я понял, то, что нужно просто купить переходник себе оригинальный, я купил за магазин там за 500 рублей переходничок. В итоге на следующий день я поехал, купил оригинальный, и вуаля, вот он. Он стоит 990 рублей, а не оригинальный 500. И все у меня спокойно заработало, и звук у меня нормально все пишется. Я его успел поюзать на камере и вчера, и успел на компьютере. Почему я сразу не взял для айфоновского, ну, сразу с штекером для айфона? Потому что, допустим, на ноутбуке, когда сидишь, ты монтируешь, воткнул в Mac, быстро записал, отключил, и все. То есть нужен как раз вот этот
универсальный, да, трибин, либо наоборот на камеру Шикс быстро перекинул, записал. То есть, ну, короче, мне он удобен, а там смотрите, дело ваше, как что, кому каждому свое, как говорится. Еще, здесь есть в комплекте такая бочка, да, она вот с таким 6-метровым проводом цепляется. Здесь есть два варианта, камера и смартфон, вот смотрите. Камера и смартфон. В общем, для чего это? Когда вы пишете на смартфон, должно стоять на смартфоне. Когда вы пишете на камеру, соответственно, камеру. Но есть один недостаток. Когда вы только начнете пользоваться вот этой штуковиной, то, скорее всего, если вы будете переключать туда-сюда, то, ну, то есть с телефона на камеру, с айфона на камеру, то вы забудете, ну, будете поначалу забывать. У меня сегодня так случилось, и получилось, что вот так. Просто не записался звук, потому что я сначала писал выпуск на смартфон и стояла на смартфоне, и потом мне пришлось записать один момент с камеры со своей, я переключился на камеру, но на камеру здесь не переключил, соответственно, записал с видос без звука, поэтому на это обращайте очень-очень большое внимание и не забывайте. Подводя итоги, да, мы можем понять, что вот я сейчас стою дома, тут, в принципе, эховое помещение, и звук пишется хорошо, меня устраивает. Как вам, напишите в комментарии. В общем, если выбирать из линейки бюджетных, ну, 100%, 100% боя. Если есть другие бюджеты, там можно Rode себе купить, Rode, как-то так называется, профессиональные уже микрофоны. Если вы хотите куда-то, допустим, ставить камеру, отходить, там, ну, какие-то маневры совершать, то лучше покупать, конечно же, станцию 100% вообще. То есть я вот уже походил с проводом, неудобно, я бы лучше взял себе все-таки радиостанцию и, скорее всего, в ближайшем будущем я возьму и сниму тоже обзорчик. Что еще? А теперь вот давайте вы послушаете, как записывается звук без петлички и для себя сравните. Итак, вот сейчас я пишу без петлички, вот я отключил, вот у меня весь набор огромный в руках. Вот можете послушать, да, вот идет такой звук, и он действительно не совсем вау, потому что, ну, эховое помещение, хотя на айфонах, на последних моделях микрофон встроенный, он тоже хорошего качества. Если его поднести, создать небольшую оболочку, то он будет записываться очень-очень хорошо. Но петличка прям вообще нужна 100%. В общем, ребята, кто смотрит выпуск и тоже думает, на какую технику снимать, в общем, вот, я вам посоветовал, кольцевой свет нужен, небольшой штатив, микрофон боя, тупо смартфон, и вот минимальный набор опций, который вам подойдет. Я тоже не мастер еще, нет у меня там крутых фото этих видеоаппаратов, которые будут снимать это все потом, стабилизаторы, пока этого достаточно, но плавно стараюсь улучшить, потому что за звук меня пинали уже в комментариях, за свет пока ничего не говорили, но я взял за звук пинали, и я понял, что действительно это основной момент, поэтому теперь у меня петличка, и видосы будут с хорошим качественным звуком. Единственное, надо разобраться, в каком помещении, на улице, возле воды, как близко, далеко его цеплять, потому что у него восприятие именно вот у этого микрофона по-разному. То есть на улице лучше, по-моему, его пониже опускать, в помещении повыше. Но вообще, в принципе, правило петлички — это в районе ключицы надо ставить, и все. Вот, ну, в принципе, как сейчас у меня. Вот, ребята, в общем, кому зашел выпуск, отлично, лайком поддержите, вопросы напишите, если остались, и подписывайтесь на канал до новых выпусков.